Всем огромный привет, у меня это доброе утро, воскресенье, и сегодняшний день я решила провести вместе с вами. Собираюсь на встречу с мамой, я с ней договорилась. Пойдем, как вы думаете, куда? Конечно же, в магазин Second Hand, куда бы я вас еще взяла бы? Не в продуктовый же с вами ходить. И мне нужен комбинезон, либо костюм лыжный, ну что-то теплое, потому что я планирую ехать в горы. Но обо всем по порядку, поэтому поищу. Может, что-то я видела много. И летом, надо было летом взять. Я знаю, какой мне цвет нужен, но я не знаю, какой мне нужен по плотности вот материал, чтобы было тепло. У меня просто есть лыжные штаны, и а у меня еще лыжная куртка есть. А вот такого, чтобы комбинезон, либо все вместе, тактильно у меня нет. Поэтому буду искать. На черную пятницу мне сделала мама небольшие подарки. Ну как, большие тоже. Так, покажу вам. Это у нас такие гольфы. За 179 гривен. Это фирма Lex. Они представлены островки в каждом, практически в каждом торговом центре. Плотные, есть такие черненькие. А есть вот такой люрексная ниточка. Мне классно под зимние ботинки будет их надевать. Следующее это колготки. Самые обычные, практичные колготки. Я их покупаю раз в 2 года. Мне на 2 года их вполне достаточно. Я их не часто ношу, поэтому подходит мне. Я взяла в этот раз на 100 ден. Они плотные. Ну что еще сказать. Их цена 199 гривен. И следующая покупка это блендер. Это блендер? Да. Блендер горения. Вот такой он специальный для смузи. 2 стакана идет в наборе. Мы обязательно с вами сделаем какой-нибудь смузи. Так, я взяла свою сумку, свой шопер. И сегодня надела свой пуховичок Adidas. Голубенький. У меня длинный. Я почему-то думала, что погода куда теплее. Холодно, очень. Хорошо, что я надела пуховик длинный. День у меня очень долгий еще. Так что все, пошли со мной. Все, я уже пришла, но правда пришла еще в такие товары. Не на вещи, а просто на товары. И видите, сегодня минус 50. Ну, просто то, что видите, каждый товар имеет разную скидку. Ну, сейчас все одинаковые, но вообще разные каждый раз. Какие-то шлемы вижу. В общем, будем с вами ходить. Я очень замерзла. Я сейчас вам что покажу. Смотрите, какие красивые это ленточки просто, видите? В форме ананасиков таких. Вообще, здесь очень много декора разного. Мне очень понравились такие олененки. Тоже как ярлычки. Можно использовать бумага, ленточки вместе с бантиками сразу. И бумага очень красивая. Ну что-то выбирать себе. Тут еще, видите, такие шарики есть. Они с музыкой. Я выбрала себе такую бумагу. 5 метров здесь. Цена 75 гривен. Мы уже пришли. Видите, сколько здесь всего. Я, кстати, видео обелье снимала. Я для вас ссылку оставлю вверху. Какая красота. Вообще красиво очень. Это все новенькое, видите, вот такое тоже есть. Бралетики красивые. Я вот столько набрала, видите, вот этих вот костюмчиков. И буду сейчас вам примерять их. В примерочной. Первый претендент. Я на камеру говорю. Вот такой. Мне нравится вот это сочетание цветов. И он достаточно теплый. Карманы есть. Мне карманы как-то не очень нравятся мне. Ну вот. Заодно проголосуйте, какой лучше. Штанишки черные, а вверх вот такой разноцветный. Сел хорошо. Комбинезон на камере он как-то смотрится более каким-то красным. В жизни он такой вишневый.
Вот эти у нас отсеялись. Так, следующая модель. Все-таки красные тоже. Красные тоже на резинке. Низ. Вверху он такой тепленький. Ой. Так. Есть карманчики. И внизу тоже кармашки. Поясок. Видите? Вот такой. Хорошая горловина очень. Как вам такой вариант? Покажу вам мамин фаворит. Видите, вот такой. С тигром. Тоже сзади такой принт. Сзади так. Тут стеганые рукава. А низ вот такой глянцевый, даже с блеском каким-то. И внизу тоже резинка. Как вам такой вариант? Видите, так можно расстегнуть его. Вот так тоже. Тут пояс есть. Сзади очень красивый принт. Так, вот я определяюсь между этим и вот этим красным. Вот, здесь пояса нету. Здесь пояса нет, но он тоже очень классный. Мне кажется, мне просто этот на меня как-то лучше сел. И цвет. Сейчас посмотрю. Так. Вторая попытка. Я уже выходила в зал, смотрела на себя в зеркало, просто не снимала вам. Я все-таки останавливаюсь на этом. Мне больше цвет у лица нравится тут. Но этот более, знаете, так дорого выглядит. Сейчас посмотрю, еще буду определяться, это так вам сказал. Но все еще можно переиграть. Еще захотела примерить вот такие топы на тренировку. Мне очень один понравился, сейчас вам его покажу. Он новенький, поэтому он такой, кажется, маленький. Итальянская фирма, видите, Made in Italy. Вот так. И цены еще такие, видите, 40 гривен всего лишь. С примером. Вот так он выглядит. Резиновые буквы прорезиненные. Я надела на белье, но в целом у меня лосины такие завышенные. Будет хорошо. Сел отлично. Этот уже 70 гривен стоит. Он на замочке. Очень качественный, хорошо держит. Вообще классная вещичка. Так, я уже дома. Очень замерзла, кстати. Купила вот эту бумагу. Она стоила в этом стоке 75 гривен. Очень плотная, кстати. Очень плотная, хорошего качества. Сделана в Европе, не знаю где конкретно. Ну, классно. Метраж здесь 5 метров. Купила комбинезон и топ. Сейчас с вами пробежимся по ценам. Топ стоил 40 гривен, но по скидке 50% он мне обошелся всего лишь 20 гривен. Это в долларах, ну, это вообще меньше доллара всего лишь. И я очень сильно довольна этой покупкой. Сел он просто идеально. Я осталась очень довольна купленным комбинезоном. Его цена была 750 гривен, но так как скидка 50%, мне вышел он в 375 гривен. Это приблизительно 15 долларов. Буду кушать рассольник и греться. Я остаюсь дома заниматься своими делами, которые запланировала сделать за воскресенье. Говорю вам огромное спасибо за просмотр. Жду вас, конечно же, где? Правильно, в комментариях. Говорю вам всем до скорого. Всех люблю и целую. Всем пока!